А вот, смотри, Ангелюша, вон лежат. И там лежат. Не, ну это ты уже слишком много насчитала. Тебе сумка вот так не мешает? Побежал как быстро, да? Маленький такой, да? Давай я твою сумку подержу. Давай. Давай, а то как-то ты так ее одела. Давай. Неудобно тебе. Маленький, да? На самокате поехал мальчик. А где там еще? Вон Мила лежит, да? Мила. А, я ноги. Ноги. Вон Илюся с тобой. И Вася вон нянечит. Смотри, вышел. И пошел вон туда ко всем, к Миле. Смотри, Мила у них старшая. Да, Мила. Ты за старшую у оленят? Да, Люсь? Мила, иди сюда, иди. Мила вон выйдет. Мила, иди сюда, иди к нам. Ангелина с Люсей пришла. Мила, да, вышла к тебе погладь ее? Она помнит тебя, да? Я ее потеряю. Кого ты потеряла? Люся вон внизу сидит. А посмотри, маленький олененок. За Милой, как за мамой ходит один. Олежка ходит. Ой, к тебе пришел, смотри. Что там закопала? Не копала. Не копала? Не копала. Ты убойкой занимаешься, да? Да, занимаюсь. Убойкой, да? Что-то там не в порядке. Угу. Очень интересная убойка. А ты и думал, ездит. Он, смотри, вокруг тебя все. Как в какой-то сказке про Белоснежку. Да, Мила? А Вася там. А ты ж пакостит, а ты ж пакостит. А от палки тянет. На площадке. Посмотри, как она руки лижет. Давай я ее пальчик. Ой, вон пищит, смотри. Ангелюш, маленький вон пищит. Ты видишь? Зовет маму. А ты камень. Маленький. А ты камень. Угу. А ты камень. Вижу, вижу. А ты камень. Вижу. Ты его убираешь? Да. Давай. Нет. Туда? Ну там тоже не нужно было бы. Лучше на улицу его вынесли. Неси. Ой, пошел, пошел. Люся пошла, смотри. Давай гойки. Олененок, косуленок не понял, кто такая это Люся. Я родила зайка. На зайку? Да. Зайка лежит. Это олень. Олень. Олень тут ходит, да. Смотри. Муравьи там. Ты хочешь, чтобы Мила по муравьям там не ходила, да? Думаешь, они ее укусить могут? Нет, нет, они ее не укусят, не бойся. А ты так и не
Я думаю, что она закапывает? А она мой объем закапывает, чтобы они Милу не укусили. Да, Мила? Не нужно, они на дождик все равно выйдут. Вон, к тебе Люся идет помогать. Сделала, молодец. Он, видишь, косуленочек ходит. Смотри, сзади к тебе идет. Ангелина, ты их всех не закопаешь. Они не будут кусать олененка. Очень много муравьев. Вон прям. Сколько муравьев, да? Ай, мило, как тянется к Люсе. Для Ангелины. Он, тебе Люся тоже камень несла, но не донесла. Скажи, не плачь. Не плачь. Кошеленок. Не плачь. Маленький. Не плачь. Оп. Побежал. Да, Мила пришла, да? Смотрит, какое у тебя платьечко. Красивое, да? И косичку. Если Ангелина решила всех муравьев, если решила, что всех муравьев нужно закопать, значит закопает. Уговорить невозможно. Да, Ангелина? Вижу, что это такое. Ой, дай мне это крючочек такой. Он, смотри, вышел. Малыш, да? Смотри, с Люсей познакомиться. Пищат уже время к обеду. Ангелина занята муравьями сегодня. Хоть ты что делай. Моя маленькая. Нет, они только молочко. Бэмби ты наша. Да? Один. Один.
Мила уже большая и уже кушает вовсю листочки, но от каши не отказывается. Малыши вон все втроем легли. Посмотри, как Мила вылизывает Люсю. Кусает. Нет, она ее не кусает. Он кусает тот. Она ее вылизывает. Да. И маленький косуленок уже тоже пытается есть листики. И только Вася за всем смотрит. И ей не очень нравится этот кипиш в соседнем вольере. Мила хорошая? Ты ее любишь? Да, любишь. Всех четырех любишь? Любит. А Лень любит Люсю, да. Да. Смотри, твою сумку сняли. Положи ее на стульчик. Стой, я же тебе говорю, что сняли. Вот. Нельзя. Нельзя? Они сейчас сумки ее кинула, а? Они случайно кинули сумочку. Сумки кинули. Они не специально. Вася такой. Вася. Вася. А ты ж Вася прогоняет. Прогоняет? Да, прогоняет всех от своего вольера. Не хочет, чтобы они там бегали, да? Ну, пойдем? Играем. А я думала, что уже проведали. Пойдем уже. Ну, давай еще поиграем.